Друзья, в жизни каждого из нас случаются юбилеи, свадьбы и другие праздники. И каждый из нас задумывается над тем, чем же развлекать гостей. Ответ прост. Это Partybox. И мы не просто так пригласили к нам в гости сегодня директора компании Partybox Николая. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте, Николай. Ну вот первый вопрос. Так начнем сразу с фотокабины, скажем так. Это вот такая кабина, которую можно встретить в любом торговом центре или что нет? Что такое Partybox? В двух словах. Можно и двух. Partybox — это компания на сегодняшний день, которая развивается в направлении развлечений и бизнеса. Угу. Мы даем продукты людям, которые помогают им либо весело отдыхать, либо успешно развивать свой бизнес. Угу. В нынешнем развитии социальных сетей и интернета это позволяет развивать бизнес. Угу. Это не совсем такая фотокабина, которую вы могли видеть в торговых центрах. В чем ее особенность, вашей? Особенность ее в том, что она имеет гораздо больший функционал. Она имеет большие возможности, она компактная, она мобильная, и она имеет огромный потенциал рекламных возможностей и развлекательных. Вот, допустим, мы с Евой хотим отпраздновать свадьбу. Мы заказываем фотокабину. Естественно... И гостей нам уже не нужно. Мы видели, вот у Яны был день рождения, у нашей хорошей подруги, да, какая очередь выстраивалась к да вашему... и на вечеринке Music Box дня рождения, да. По случаю дня рождения, все гости наперебой стояли, вот, собственно, пощелкаться. Человек, который печатает фотографии, наверняка видит очень много разных кадров, которые не выходят потом на фотопечати. Вам не забавно смотреть на этих людей? Ну, почему это весело, это интересно, когда люди отдыхают, всегда интересно. Угу. Так чем она все-таки отличается от торговых центров? Указано в официальной информации, что она каким-то образом связана с Инстаграмом. Да. Это немножко другой продукт. У нас есть два продукта, которые мы представляем на сегодняшний день. Эксклюзивные. Это Инстаграм-станция, которая позволяет печатать фотографии по хэштегу на мероприятиях. Ого. Это вещь эксклюзивная на Украине на сегодняшний день. Мы ее первые представляем. Угу. Есть фотобудка, которая позволяет печатать фотографии, отснятые на мероприятии. То есть люди фотографируются, и фотография тут же печатается. Чем она уникальна? Мы можем изготовить абсолютно индивидуальное меню для кабины, абсолютно индивидуальный дизайн каждой фотографии. Да. Мы можем предложить функцию green screen, которая позволяет фотографироваться на зеленом фоне. Вы, как люди, которые работают на телевидении, должны это знать. И можем заменить фон здесь же на мероприятии. Класс. Это вообще идеально. Есть масса социальных вещей. Можно отправлять в социальные сети фотографии здесь же на месте. На месте. Да, но это все программируется, прописывается. Сколько стоит такое удовольствие? Звоните, заходите на сайт. Так и знала, что не скажет. Но это может позволить себе обычный любой гражданин? Да, может, конечно. Это может быть отличный, необычный подарок на день рождения, например, на свадьбу. А купить можно такой аппарат? Дорого. Можно купить, можно делать бизнес вместе с нами в своем регионе. Зачем покупать тогда? Можно делать вместе с Partybox? Так мы сейчас сделаем. Сейчас мы с вами за кадром. Кстати, мы закончим наше с вами сегодняшнее интервью видеороликом, и там говорится о возможностях всех этих кабин. А вот может чего-то там не сняли, не сказали в этих роликах? Я думаю, что минимальное представление зритель получит, просмотрев эти ролики. Слушайте, ну я желаю, чтобы ваша компания развивалась, радовала нас, радовала всех. Друзья, фотокабина — это нечто. Мне просто интересно, подождите, это все развлечение, а к чем вот Инстаграм, вот это вот все может быть полезно там для бизнеса? Например, Инстаграм-станция, чем может быть полезно? Есть какой-то бренд, например, ну, бренд Music Box, ваш телеканал. Это может быть хэштег Music Box. Так. По этому хэштегу мы можем продвигать вас в социальной сети, конкретно Инстаграм. Реклама. Да. То есть установка устанавливается на мероприятии. Приходят ваши гости, снимают себя на мобильные устройства. Где хотят, на мероприятии, хоть в туалете. Пожалуйста. Это мы любим селфи. Это модно, это актуально. Добавляют хэштег мероприятия к фотографии и отправляют себе в профиль. Эта фотография появляется в нашем устройстве. Здесь же может быть напечатана. И может быть точно так же, как и в фотобудке, забрендирована. А гости ограничены в количестве фотографий? Или можно печатать хоть 5, хоть 10? Хоть 20. Пожалуйста, хоть 20. Вот круто. Честно, я приволок домой 20 фотографий из Partybox. Я только одну, я остальные не знаю. Но это очень круто. Я желаю, чтобы ваша компания развивалась, чтобы только красивые люди заказывали себе на праздник. Да? Да, только красивые, как мы. Ну что, Николай, я предлагаю, чтобы вы пожелали всем вашим потенциальным заказчикам что-нибудь эдакое. Что-нибудь эдакое, и, может быть, что-то им сказали такое, чего нам не сказали только что. Да. Я желаю быть
нашим потенциальным клиентам или просто зрителям быть более оригинальными в выборе подарков. Фотокабина, инстаграм-станция может быть оригинальным подарком. Дорогущий. На праздник. Нет, это не дорого, это по карману. Это по карману среднему человеку. Но это интересно, это ново и это весело. Вы сами в этом убедились. Ну что ж, друзья, чтобы мы не говорили много, посмотрим-ка ролик. Party Box.